قال صلى الله عليه وسلم مادحا لمن يقرأ القرآن. Также пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал о тех людях مادحا, то есть восхваляя их, тех людей, которые читают Коран. القارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة. То есть посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, чтец Корана, тот, кто читает Коран, и он специалист в этом, то есть четко читает, правильно читает, с таджвидом читает, то есть понимает, как читать, да, знает, где остановиться нужно, где продолжить, если остановился, вернулся. То есть специалист в этой области, он в одном сафе, в одном ряду, маа сафарат иль кирам иль барара, то есть с маляйки, вместе с ангелами на одном сафе, на одном уровне, субханаллах. Тот, кто читает Коран, и он специалист в этом, он в одном ряду с ангелами, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Валлази якрау иль Коран, ва ху алейхи шаакко, ва ята та'тау бихи лаху аджран». А тот, кто читает Коран, ну это тяжело ему. И он, когда читает, ошибается, или язык его заплетается, то есть тяжело, старается, но ему тяжело, то ему две награды. Ат-тилава, первая награда за чтение, а вторая аль-машакка, вторая награда за тяжесть, за трудность. Субханаллах. Ни в чем, посланник Аллаха, саллаху алейхи, Всевышний Аллах, субхану ва та'аля, ни в чем, ни насколечко, ни за... не забрал награду от того человека, который старается даже, альхамдулля. Тот, кто отличного, четко читает, специалист в этом, посвятил жизнь этому, он в одном ряду с ангелами. Но тот, кто учится, старается, но не получается, тяжело, то ему все равно не одна, две награды за чтение и за старание. Субханаллах. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, разъяснил фадль. Вот это достоинство, достопримечательность чтения Корана. قال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة وحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف واللام حرف وميم حرف. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто читает Коран, за каждую буковку он берет 10 наград. За каждую буковку из Корана он берет 10 савабов, 10 наград. И он говорит, я не говорю, что алиф, ля, мим – это одна буква. То есть есть аяты в Коране, которые читаются, например, начинаются алиф, ля, мим, алиф, ля, мра, алиф, ля, мим, мра, там, да, вот такие, ха, мим. То есть он говорит, алиф, ля, мим – это не одна буква. Алиф – одна буква, лям – вторая буква, мим – третья буква. То есть что имеется в виду? За то, что он только прочитал первый аят, алиф, ля, мим. Прочитал три буквы, соответственно, ему уже 30 наград. Ему уже 30 наград за это, субханаллах.